Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда в начале службы взираем на то, что в храме не так много людей, сейчас стало больше, мне вспомнились слова из Откровения Иоанна Богослова, которые Господь адресует Филадельфийской церкви. Он говорит о том, что знаю, что немного сил ты имеешь за то, что ты не отрекся имени моего, то и я сохраню тебя в один искушение. И вот действительно сегодня храмы не так изобилуют народом, как хотелось бы. Да, и особенно малые храмы, сельские храмы, в них не так много прихожан. И когда храм пустой, то слышится совсем по-другому. Сразу чувствуется какое-то такое некое запустение. Все равно священник обращается к Богу, но без вас это служение кажется каким-то наполовину не напрасным, что ли, а не полным в какой-то степени. Поэтому вот хочется вас поблагодарить и сказать вам, что вы сделали правильный выбор, что пришли утром в воскресенье в храм. Вы могли бы пойти, не знаю, на прогулку, смотреть телевизор, валяясь на диване, в торговый центр пойти, тем более, что для многих это стало чем-то таким, что заменяет им церковь идти в воскресенье в торговый центр, чтобы покупать, или в какой-то развлекательный центр, а вы пришли в храм и, может быть, не до конца чувствуя себя здесь уютно даже, где-то не понимая какой-то пакет моментов службы, но тем не менее вы стояли, молились, насколько вам хватило, так сказать, сил, понимания того, что и нужно говорить Богу, с чем обращаться. И вот это очень важно для всей церкви, для вас в том числе, для нас, священнослужителей, что вы ходите в храм и здесь потихоньку, помаленьку освящаетесь, хотя бы даже не чувствовали каких-то серьезных, сильных изменений в себе. Потому что благодать Божия, она очень нежная, очень деликатная, она никого насильно не меняет. Многие из нас хотели бы, чтобы вот мы покаялись в какой-то страсти, в каком-то грехе, и хотели бы, чтобы раз за это наше покаяние Господь изгладил этот грех, изгладил эту страсть, и в нас ее уже не наблюдалось. Но так не бывает, потому что Господь не насилует никого. Он деликатно подходит, обращается, деликатно внушает помыслы определенные, чтобы мы сами взялись за ум и сами как-то постарались бороться со своей страстью. Поэтому, конечно, вот освящение в храме, оно происходит незаметно. И поверьте, что оно происходит всегда, когда вы в храме, когда вы молитесь, когда вы хотя бы даже рассеянные помыслами пребываете, просто стоите в храме, благодать потихоньку вас освящает. И это очень важно. Это в наше последнее время вот такие маленькие шаги, такие маленькие моменты верности Богу, Его церкви, когда вы пришли в храм, это именно то, вот этими маленькими шагами мы можем сегодня протыкать свою дорожку в Царствие Небесное. Не какими-то великими подвигами, на которые мы не способны, а вот именно маленькими такими делами. Где-то, там, ну не где-то, в воскресенье сходили в храм, исповедовались, в другой момент воздержались от сквернословия, там, в третий момент простили врага, пожелали ему в душе чего-то доброго, не ответили извительным грубым словом на чью-то обиду, на попытку вас уязвить. Вот из таких маленьких вещей, которые каждый из нас с вами может делать в своей жизни, может на это найти в себе силы, так сказать, мужество даже, да? Вот из таких дел малых сегодня и совершается наш духовный путь, да? Там не требуется от вас, тем более от мирян, живущих со многими заботами, обязанностями, не требуется, чтобы вы творили там полнеаксусовую молитву, да? Это сложно, это к тому же. Требуется, чтобы вы потихоньку находили в самых обыденных делах, находили пути, как Богу угодить, как воспротивиться своей страсти, как совершить какое-нибудь маленькое, только вам нужно заметное добро. И вот об этом помните, что Царствие Божие близко вас, оно очень рядом, на самом деле. И каждый из вас имеет силы, чтобы сделать маленький шажок. Как известно, большой путь начинается с маленького шага. Поэтому всех вас поздравляю в воскресный день. Прошу любить и жаловать нашего настоятеля, отца Данила, помогать ему, помогать молитвами, а кто может, и какими-то трудами, во славу Божию, во славу храма, подворья. И на вас, благословение в Отчинной пустыне, всегда ныне и присно, и в вечность.